Вот нашего командира отделения убило, а нас было 4 человека, 3 человека было. И вот, значит, командира убило, а я самый молодой и самый такой, как шустрый, а те чуток постарше. Ну, они какие-то, не такие, ну, я говорю, вот так, командира убило, я говорю, на время, буду ваш командир, согласны? Согласны. Ну, значит, это, тут мы побыли немножко в этом одном месте. Настало темнота, я говорю, будем менять позицию. И вот, значит, там такой бугорок, тут дорога идет, а тут этот, речушка такая, ну, обрывистая речушка, это метров 5-7, вот такой обрыв. А там кустарник такой, это деревня Кобеляки, такая называлась, тут недалеко там. Ну, мы тут заняли оборону, замаскировались веточками, чтобы нас не видать было. Тут дорога проходит такая, ну, когда-то была дорога полевая. Ага. Вдруг какой-то это, солдат идет с пулеметом. Говорит, ребята, возьмите меня к себе. Я говорю, не знаю, куда идти. Я говорю, а с какой ты? Да, говорит, вот, сказал с какого-то батальона роты. Я говорю, ну ладно, давай, покуда у нас будет, а потом там его разберемся. Я говорю, вот. Мы окопались, тут такие ячейки закопали, замаскировали веточками, чтобы нас не видать было. Ага, и вон так пулемет. Я, и вдруг команда такая. Где-то гудит машина. Послушал, о, машина идет по кустам. Видать, это кузов. Угу. Ну, я говорю, приготовиться к бою, как я уже как назвался командиром. А я говорю, даю. Вы, говорит, мы будем бить по кабине, этот, по кузову, а ты с пулемета бить по кабине, по дверям, пулеметчику говорю. И вот только машина подходит, это к нам тут недалеко метров какие-нибудь 15-20. Огонь! Пулеметчик раз по кабине, мы по кузову, а кузов это брезентовый. Ага, немцы там есть, и нет, кто, не видать, что тут замаскировано. Машина круто поворачивается и падает туда, в эту, в реку, в речушку вот эту. И колесами вверх, только колеса видать. Мы тут подбежали, давай гранаты туда бросать, чтобы, думаю, если мы там кто-нибудь еще живой, заглушим как рыбу. Ну, побросали, дух, командир, офицер прибегает от следующей позиции. В чем дело тут? Я говорю, да вот машину подбили. И вот, значит, этот, посмотрел вот под... Через некоторое время тягач подходит, закуканили его тросом, вытаскивает, и там 18 немцев. Ну, они потопились, то мы их там постреляли, но вот мы такое, я принял такое решение, как самозванец, командир. А, и вот уничтожили мы 18 там немцев и 2 немцев в кабине. И вот за это у нас, за эту медаль за отвагу нам наградили. Вот это. И таких много эпизодов. Вот я говорю, этот, Бреславу, там много-много. Ой, сколько только не было таких эпизодов.